Розенблат пытался сбежать из Украины, СМИ. У нардепа при себе якобы были бриллианты и золото. В аэропорту Киев, Жулины, в четверг, 19 октября, был задержан народный депутат Борислав Розенблат, пытавшийся сбежать из Украины в Германию. Об этом сообщает «Левый берег», ссылаясь на свои источники. Собеседник издания утверждает, что нардеп пытался вылететь рейсом W67307 Киев-Кюльн. При этом, как отмечает газета, у Розенблата нашли золото и бриллианты. Источник издания напомнил, что Розенблат вчера и сегодня не явился в суд. Ранее Розенблат заявлял, что срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательство носить электронный браслет слежения истек. Напомним, депутату, которого подозревают в причастности к так называемому «янтарному делу», надели электронный браслет 17 августа. По материалам сайта newsgra.com.